Сюжет сказки повествует о солдате, который возвращается домой после службы. По дороге он встречает злую ведьму. Главный герой оказывается умнее и хитрее колдуньи и получает волшебное огниво, которое исполняет его заветные желания. Первый раз в этом году мы его показали в Репино. Мы ездили в детский дом для детишек под Питером. Мы там выступали. И второй раз выступаем, получается, здесь. Ну, то есть мы репетируем, у нас есть как бы план репетиции. И на какой-то день мы назначаем спектакль, отыгрываем его в Дворце культуры. И дальше, куда нас там пригласят или позовут. Музыкальная студия «Гармония» создана в 1991 году. Репетиции проходят на базе Дворца культуры. Сейчас в репертуаре коллектива 19 рок-опер. Это драматические, такие как «Княжна Мэри», «Мастер и Маргарита», там, «Ревизор». Есть детские оперы «Огниво», «Кот в сапогах», «Сказка о папе и работнике в балде». То есть у нас контингент такой, очень разный. Красочные персонажи и декорации, спецэффекты, увлекательный сюжет и восхитительные голоса артистов не оставили равнодушными юных зрителей. Спектакль очень интересный. Спектакль был прям классный, мне этот спектакль был. Спектакль рассказывает о самых добрых чувствах и качествах, которые помогают в жизни, о том, что добро всегда побеждает зло. С 1 октября артисты студии «Гармония» приступят к репетиции рок-оперы «Мастер Маргарита». Наталья Буслаева, Елена Кошелева, Видное ТВ.